Станок ПАК мини, последовательность настройки работы станка. Подходим к монитору. Выбираем сначала тип коробки. Значит, тут вот есть различные их типы в соответствии с каталогом ФЕВКО. Допустим, выбираем 201. Вот у них размеры. Ну, я уже здесь их ввел. 715, 475 ширина, 100-290. Кулевой клапан 50 мм устанавливаем, например. Можно сделать коробку также из двух половин, если она будет слишком большой и не будет умещаться в заготовку по длине. Мы для этого вот здесь указываем такой флажочек, ставим. И тогда она делает перерасчет коробки, она становится длиной 1252 развертка. Если мы его убираем, то она, соответственно, той длины, которая требуется выполнять. Значит, теперь переходим в заготовку. Значит, здесь указана длина заготовки. Значит, требуется она 2500. Сделаем еще торцевание заготовки, например. Вот здесь при установке авто количество деталей на заготовке расчетное 1. Это указывается, сколько останется отрезка. Все, теперь, значит, мы делаем настройку этого станка уже в автоматическом режиме. Нажимаем, то есть он произвел перемещение резательных врубных ножей. Если мы посмотрим, что произошло, то есть вот эти вот два ножа, они переместились на заданное расстояние, определяя высоту детали коробки. Теперь, значит, у нас есть два размера, которые нам необходимо установить для резания продольного. У нас есть два ножа, которые режут заготовку вдоль по ширине. Значит, мы вот ослабляем винт, фиксирующий его, перемещаем на то расстояние, которое здесь вот указано. То есть 389 миллиметров каждый нож должен быть установлен. Значит, получается здесь, вот мы тут смотрим, у нас вот, и фиксируем его. То же самое делаем с противоположной стороны. Тоже снимаем, перемещаем, устанавливаем. Фиксируем. Стол можно установить, торец станка, стола, с тем, чтобы можно было подрезать, допустим, этот правый край по вот этому указателю. Видно, что мы это можем сделать. Здесь мы вот таким образом указываем, сколько нам нужно отрезать с правой стороны. Мы можем его совместить с режущим ножом, тогда он не будет резать. Допустим, мы вот так и фиксируем его. Собственно, на этом вся настройка закончилось. Теперь мы только можем уже запускать в работу детали. Нажимаем пуск и подаем деталь.